Привет всем любителям черри! Меня зовут Херувимов Илья, я являюсь основателем школы танцев «Свои люди» и автолюбителем более чем с 8-летним стажем. Совсем недавно автосалон «Лидер Авто» подогнал мне «Черри Тига 8 Pro Max», которая мне очень сильно понравилась. Очень тихо и спокойно едет. Убралось с запасом. А сегодня мне уже предложили затестить обновленную «семерку». По сути дела, за свои деньги машина напичкана всем. Тут и голосовое управление ведь есть? Есть. Голосовое управление. Привет, Черри! Сегодня она с тобой не хочет разговаривать. Сегодня его нету. Всего у нас имеется 6 комплектаций в разных цветах. Сегодня мы будем оценивать машину в максимальной комплектации Ultra AVD. И давайте оценим ее дизайн. В первую очередь в глаза бросается обновленный бампер и решетка этой модели. Она стала мощнее, больше и спортивнее, как вы можете видеть и сравнивать с предыдущей моделью. Двигатель четырехцилиндровый с двумя распредвалами, 1.6. Имеет 16 клапанов, прямой впрыск, турбину и двойную систему изменения фаз газораспределения. Максимальная мощность 5500 оборотов в минуту, крутящий момент 275 ньютон-метров. Это позволяет новой полноприводной семерке разгоняться до сотни за 9,8 секунд. Кстати, о полном приводе. Его доработали и добавили несколько новых режимов движения. И сейчас мы их проверим в полевых условиях. Все режимы переключаю, там картиночки меняются, типа город, да, ага. Стадион, снег, грунт, по пустыне в Дубай поехали. Кроссовер отлично справляется со своими задачами. На нем можно ехать в лес за грибами или большой компанией на речку. К тому же автомобиль отлично держится на трассе и уверенно чувствует себя на обгонах. Коробка, кстати, хороший, качественный 7-ступенчатый робот. Ее доработали, теперь она ведет себя гораздо понятнее. Кроме того, в нашей комплектации был добавлен целый пакет помощи на дорогах. Пакет ADAS включает в себя следующие системы. Адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система автономного экстренного торможения, система контроля слепых зон, система помощи при перестроении, предупреждение о покидании полосы, ассистент удержания в полосе, система помощи в пробках, ассистент при открывании дверей, предупреждение о заднем перекрестном столкновении, автоматическое переключение ближнего и дальнего света и предупреждение о наезде сзади. Надо отметить, что мне очень понравился салон в Черри Тига 8 Pro Max, и я остался рад, что фишки из него перенесли в обновленную семерку. Надо отметить, что в данной модели есть вентиляция сидений, что очень актуально в жару. А также есть автоотпотевание лобового стекла, тоже актуально и летом, и зимой. Для любителей покурить в машине добавили систему контроля качества воздуха. Но я не курю и вам тоже не советую. Для качества воздуха... Но я-то не курю, вам не советую. Также автомобиль доступен в 6 цветах. Глубокий черный, серебристый, глубокий синий, искрящийся белый, стальной серый и огненно-красный. Мне нравится вариант с темной крышей в двухцветном окрасе. По-моему, выглядит очень ярко и круто. Записывайся на тест-драйв «Лидер Авто» в Костроме. Покупай новый Cherry Tiggo 7 Pro Max.
А если ты из другого города, тебе заправят полный бак бензина, чтобы было как добраться до дома. Ну а я поехал. Пока. Знаешь ее из тысячи. Черри, привет. Кити, чем я могу помочь? Открой полностью люк. Хорошо. О, да не окна же. Блин, вот так вот.